Самый богатый житель Великобритании Джим Ратклифф предложил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу выкупить его футбольный клуб «Челси», однако предприниматель отказался заключать сделку с английским миллиардером. Состояние Ратклиффа оценивается в 21,5 миллиарда фунтов стерлингов. Он обратился к Абрамовичу с предложением купить «Челси», которым российский бизнесмен владеет уже 15 лет, но получил отказ. Впрочем, ранее предприниматель выразил готовность расстаться с клубом. При этом Абрамович рассчитывает продать его за 1,17 миллиарда фунтов, пишет gazeta.ru. Примечательно, что Ратклифф является болельщиком клуба «Манчестер Юнайтед», прямого конкурента «Челси» в английской премьер-лиге. Однако миллиардер часто заглядывает на матчи «синих», так как их стадион находится неподалеку от его дома. Напомним, что у Абрамовича возникли серьезные проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил вовремя новую визу. Перед этим он отложил планы по строительству стадиона «Челси». Недавно Абрамович получил гражданство Израиля. Миллиардер не сможет оставаться в Великобритании больше 6 месяцев, если въедет в страну по новому паспорту.